утечка информации секретного завода. Перестаньте врать наверх. Я не понимаю, на что вы рассчитывали. Патологическая трусость сказать правду со стороны нашего Министерства обороны меня лично поражает. Это уже просто вредительство. Вчерашний важный скандал, который произошел в связи с недавним ударом противника по Керчи, в сети появились фото пораженного малого ракетного корабля «Аскольд». И здесь бы я хотел обратить внимание сразу на две вещи. Момент первый – это утечка информации секретного завода. И момент второй, я считаю, наиважнейший. Давно уже никак не могу понять. Патологическая трусость сказать правду со стороны нашего Министерства обороны меня лично поражает. Я не понимаю, на что вы рассчитывали? Что, за два дня отремонтируете «Аскольд»? Ну чушь же собачья, бред же. Все равно это всплывет. Скажите правду, да, попали ракетами. Да, не все смогли отразить. На войне всяко бывает. Но подобными трусливыми, на самом деле, именно трусливыми информационными действиями вы поражаете очень большую проблему. Если у людей, отвечающих Министерству обороны Российской Федерации, не хватает ума понять таких элементарных вещей, то они на самом деле просто профнепригодны, если не больше. На самом деле это уже просто вредительство. Уже все солдаты на фронте, все офицеры младшего среднего звена просто кричат, орут, перестаньте врать наверх, перестаньте говорить о том, что у нас везде все классно. Я хочу обратиться к солдатам, офицерам всех звеньев. На самом деле вот эта тотальная ложь в конечном итоге ложится проблемами для всей армии, для всего общества, для всего народа, для всей страны. На основании вот этих данных потом высшее руководство страны принимает свои решения, которые не приводят к ожидаемым результатам. Повістки на Росії тепер видають у школах. Щоправда, не на службу. В такий спосіб у Новоросійську вирішили викликати батьків до школи. Привчають юнаків до призовного віку, до того, що оминути службу у путінській орді не вдасться. Кто нас будет защищать? Только вы, на вас надежда. Так что не бойтесь, идите служить в армию, будьте крепкими, здоровыми, сильными, защищать нашу родину всегда почет. Так на Росії тривають урочисті відправки до армії. Цих юнаків відспівують на строкову службу. Я вас поздравляю з тим, що ви відправляєтесь на воєнну службу. Я желаю вам провести этот год з пользою для того, щоб ви могли приобрести какую-то полезную военную специальность, для того, щоб ви повзрослели, для того, щоб этот год коренным образом изменил вашу жизнь, позволив вам стать настоящими мужчинами, защитниками нашей Родины. Для відправки цього орка на фронт зібрали ціле військо вчителів та бюджетників. На весь Свірськ з населенням майже у 15 тисяч назбирали аж одного добровольця. Проводжають з почестями. Вбої парні, парні молоді, повні сил. Парня будет добровольно, поэтому мы даем наказ обязательно ранее вернуться домой живым и здоровым, вернуться с победой. Ты достоин своей матери. Мать пусть не расстраивается, все будет хорошо. А це не факт, запевняє мати, які при відправці сина в Україну теж обіцяли, що все буде добре. Нині ані сина, ані виплат, ба більше, навіть тіла загиблого нема. Сразу їх стали бросати, ну от у нього було 3 осколка, 3 ранення. В окопах вони сиділи, числились в місті Курську, в воєнниках. Їм не ставили штамп, що вони в Луганську. Воюют. Сразу им сказали, что в Россию вы не вернетесь никогда, что вас привезли на мясо и что вы рабы. Со 2 на 3 августа мой сын погиб. 23 сентября нам позвонили сослуживцы. Господин президент, помогите нам! Никто не принимает из вышестоящих командующих никаких мер, чтобы отвести наших ребят в тыл, просто передохнуть, набраться сил. В понимании родных их бросили там. И пока там они все не закончатся, на них внимания никакого не обратят. Ці жінки теж вирішили звернутися до кривавого диктатора. Мобілізовані з Новоросійська на передовій уже рік. Дружини неабияк стривожені, стукають в усі двері та відкривають їм лише для видачі трун.
такое чувство, что ваши указы, Владимир Владимирович, не доходят до командиров частей. Вы, Владимир Владимирович, с экранов обещали отпуска мобилизированным раз в полгода, две календарные недели. Где эти отпуска? Куда нам, родным, обращаться? Нас никто не слышит. Мы не хотим получать своих мужей грузом 200. Не хотим. Их ждут дома. Дети, матеря, жены. Это главная наша душевная боль, с которой мы кричим во все услышания. И хотим хоть до кого-нибудь достучаться. Пожалуйста, Владимир Владимирович Путин, услышьте нас, помогите нам. Надежда только на вас. Если бы вы знали, как все это будет, вы бы приняли это решение 24 февраля или нет? У нас другого выбора не было. Спасибо большое. Спасибо. Все, что делает президент, значит, надо так. А це налякана дружина так званого добровольця, якого просто на очах дитини відгимселили російські офіцери. Я услышала стук в дверь, вийшла, они его били. Здесь прямо в коридорі на полу били. Били ногами, так. Да. Потім вытащили його з під'їзду, запихали в багажник. Сусіди дивилися й мовчали. Зупинити катування наважився лише випадковий перехожий, якого нещодавно теж відгимселили свої. Фамілія, ім'я, отчество, товариш лейтенант. Чоловіка зачем в багажник положив? Будьте любезні, сюди подойдіть. Я гражданин Російської Федерації, який тебе привлече до уголовної відповідальності, тебе посадять. Уважаемые граждане, здесь похищение человека. Он доброволец. Подойди он сюда, братан, давай сюда иди. Слушай. Давай, иди сюда. Какой доброволец? Открой багажник, ну, я тебе говорю, он, подлец. Он доброволец. Багажник он открой, пришел, я тебе говорю. Мне без разницы, потерял... кому пришел? К нам, 155-ю бригаду. И что он к тебе пришел? Он потерялся. Как и что, что он потерялся? Посадите в салон, оденьте наручники. Привлеките военную полицию. Откройте багажник, я вам говорю. Перекройте дорогу, вы что стоите, ребята? Откройте человека, выпустите из багажника. Звони, звони, пусть вещи вытаскивают. Почему тебя в багажник закрыли? Ты доброволец? Да. Доброволец, понятно. То есть ты сбежал, да? Я не сбежал, я просто отсутствовал. Не вовремя прибыл на службу, есть статья такая. Я выпущу. Он торчок и любит пить. Он наркоман. Пятый день уже, пятый день, я не знаю. Выпущу, вот. Ты просто выпущу. Ты добровольцем пришел на военную службу? Да. А что сейчас добровольцев, товарищ лейтенант? Вы в каком звании? Я служил, я как бы писал рапорт. Я не военный. Вы не военный вообще, я да? Ну, я думаю, Следственный комитет разберется в этом всем. Я переписывался. Вы что, ребят, делаете? Вы что, беспредельный, товарищ лейтенант? Погоны сними. Ну, я предупредил. Слышь? Я тебе обращаюсь, погоны, говорю, сними. Звони, пусть вещи выносят, а? И поехали. А как с тобой разговаривать? Давай я тебя туда закину сейчас. Ты что, офицер? Я так не веду. Ты что, офицер, делаешь? Ты что, офицер, делаешь? Ты почему человека закинул в багажник? Показываю миру мощь. Мощь? Конечно, а что, это плохо, что ли? А так виглядає мощь після зустрічі зі Збройними силами. Мінус десяток одиниць техніки та понад сотню орків. Був батальйон та загув. Колону нашу довбанули. Біологічні війська України теж не дають Орді розслабитись. Підараси, блядь. Виселили мене нахуй, нарван отсюда. Виселили. Вот эти вот мрази. Такого щастя прагнуть не всі московити. Нормальні, що ви? У нас нормальних тут нету. Вони ж все засправили у нас. Воюють. Тільки наші мальчишки воюють. Які ваші мальчишки? Плен даються Зеленському нахуй, блядь. О, блядь. А не на ринку воюють. Да, они на ринку з бабками нахуй. Шашки на голову. Пошли нахуй, блядь.
А тим часом на болотах продовжуються облави на мігрантів. В Екатеринбурзі поліція спільно з військоматом влаштувала черговий рейд. Майже трьом десяткам чоловіків роздали повістки. Ще стільки ж очікують на депортацію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.